И к другим темам. Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане совместно с Академией Министерства внутренних дел был проведен научно-практический семинар на тему «Роль народной дипломатии в противодействии международному терроризму». Напомним, что приоритетами деятельности ШОС провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия, все чаще совместная деятельность государственных и негосударственных организаций в разрезе вышеназванных приоритетов дает хорошие результаты благодаря народной дипломатии. При этом актуальность тематики не отходит на второй план. Этот год ознаменован председательством Узбекистана в ШОС и цикл мероприятий, проводимых одно за другим, дополняет общую объемную картину проблематики современности, вызовов и угроз. В этом плане были рассмотрены и проанализированы меры по реализации утвержденной президентом нашей страны национальной стратегии по противодействию терроризму и экстремизму, которая на сегодняшний день представляет собой механизм формирования эффективной системы правовых, организационных, идеологических инструментов эффективной борьбы с вызовами. Специальной резолюции ООН 21 августа провозглашен Международным днем памяти жертв терроризма. И, как известно, экстремизм и терроризм представляют угрозу любому государству, его национальным интересам. Основной целью данного мероприятия является выработка предложений по более широкому использованию методов народной дипломатии в противодействии экстремизму и терроризму, формированию у молодежи чувства патриотизма и долга перед Родиной, укрепление добрососедства и толерантности в целом в обществе. Особый акцент центром народной дипломатии был сделан на влияние сети интернет на подрастающее поколение. Да, развитие информационных технологий – это один из критериев развития государства в целом. В то же время поток информации нужно уметь использовать по назначению. Очень часто в последнее время социальные сети становятся источником дезинформации, что негативно влияет на умы молодежи, таким образом привлекая их к деструктивным действиям. В этом плане, как никогда, кстати, вспомнить выражение «информирован» значит вооружен. А народная дипломатия – лишь средство передачи данных, которые способны открыть глаза на реалии происходящего, как внутри страны, так и на международной арене.